Сегодня я поделюсь самодельным трюком, который поможет ускорить рост волос. Ингредиенты, которые нам понадобятся для роста волос, это черный перец. Черный перец очень известная в приготовлении пряность, так как он дает богатый, насыщенный вкус нашей еде. Но он также очень полезен для роста волос. Возьмем 1 стакан воды и 1 стакан шампуня. Или по-другому 200 мл воды и 200 мл шампуня. Чтобы нам приготовить средство для роста волос, нальем воду в кастрюлю и добавим 1 чайную ложку черного перца. Затем доведем до кипения, примерно на это потребуется 10-15 минут. Перец считается высокооксидантным видом, который увеличивает кровообращение кожи головы. Он богат витамином С и бета-кератином, которые очень хорошо сочетаются друг с другом. Великолепно действуют на клетки дермы волос. Постоянно применяя тоники, содержащие перец, вы способствуете активному росту волос. Достаточно сделать такое средство всего один раз, и можно пользоваться им на протяжении нескольких месяцев. И когда все в кастрюльке закипит, мы снимаем с огня, закрываем его крышкой, оставляем на всю ночь. Вот так выглядит перечная вода после того, как она постояла ночь в состоянии покоя. И теперь с помощью ситечка извлекаем наш тоник. Для приготовления такого домашнего средства можно использовать шампунь любой марки. Соединяем шампунь с черным перцем. Таким образом, мы насыщаем шампунь полезными веществами, которые поспособствуют ускоренному росту. Способ применения очень прост. Моем голову этим чудным средством так часто, как вы привыкли. И через месяц вы заметите, что ваши волосы вдвое больше, чем обычно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Не забывайте поделиться этим простым рецептом со своими друзьями. Всем пока, до новых встреч!